подожди. Новую железнодорожную платформу «Окружная» Савеловского направления железной дороги могут тестировать пассажиры, потому что ее открыли, и теперь электрички там останавливаются недалеко от одноименной станции Московского центрального кольца. Для пересадки пассажиров надо теперь проходить всего лишь метров 50. Это где-то раз в 5 меньше, чем было до сих пор. Следующим этапом, кстати, станет открытие в следующем году северного вестибюля метро «Окружная» Люблинской линии. И это позволит организовать пересадку на Московское центральное кольцо и на электричке не на открытом воздухе. Ну и кроме того, именно, напомню, на базе Савеловского направления железной дороги заработает в 2019-м линия Московского центрального диаметра Одинцово-Лобня. Это лето первое, когда масштабно Москва и область вместе ремонтируют дороги к садоводческим товариществам, после того, как еще зимой столица и Подмосковье подписали соглашение о стратегическом развитии региона. Один из приоритетов отныне – работа по развитию и благоустройству дачных поселков. Поэтому сейчас идет первый этап ремонта дорог и инфраструктуры. Полный список объектов, где будут вести эти работы, власти города и области определили. И в первую очередь ремонтируют трассы, которые ведут к крупным дачным поселкам и которые находятся, ну, в самом плохом состоянии. Всего, кстати, в Подмосковье 11 с лишним тысяч садоводческих товариществ, большинство домов которых принадлежат именно москвичам. Это были новости нашего города на Радио 7 на Семи Холмах. Of world famous musicians. This Friday, come at 8 p.m. to check out a concert of the. Да, тебе нужно громко кричать. Пусть эфиры будут всегда чистыми. Кружку. Ем пацан называется Томек и. Плюс 28.